Ну что, настроение блог-художницы покрыло сейчас лаком несколько картин. Кисточка мне пришла на Озон, тоже сегодня забрала, хорошая, мягкая, флейцевая, потому что после лака кисточка уже не очень, и лучше использовать отдельную. Сейчас покажу. Покрыла все, которые были, кроме вот последней картины. Я думаю, лак уже должен подсохнуть. Давайте потрогаем. Ну, вроде не липнет. Не знаю, первый раз покрываю лаком. У меня он лак акриловый матовый, жиденький как надо. Думаю, все хорошо. И вот картина моя последняя. Я аниме не смотрю, но решила написать. Думаю, может, кто-нибудь вдруг купит, любители, да, картин. Оставлю вам ссылочку на Авито в описании. Там можете посмотреть. Вдруг кому-нибудь что-нибудь понравится. Пока такое, тестовый вариант. Еще у меня есть два холста небольших. 25 на 25 и 25 на 30 тоже. Думаю, что-нибудь нарисовать. Нашла девушку на Ютубе и на Авито. Она тоже продает такие красивые небольшие рамки гипсовые. И в них такими мазками там цветы нарисованы, вазы. Смотрится красиво. И она, кстати, продает их очень дешево. Не знаю почему. Но у нее есть и большие работы. В основном она делает Алису в Стране чудес. Надо посмотреть, как делаются эти рамки. Наверное, там и гипс, и формы. Насколько это все сложно и дорого. Надо узнать. И посмотреть, как натягивают, делают холсты на подрамник. Вот. Потому что, вот, например, вот этот большой холст, он мне обошелся в 380 рублей. Средние 250, маленький 130. Мне интересно, насколько это дешевле, если делать все самой, но там нужно и пропитывать типа клеем или желатином, я видела, грунтовать, натягивать. Надо изучить. Краски у меня акриловые Брауберг, кстати, как и вот эта вот кисточка. Я их покупала давно, несколько лет назад, наверное. Что-то я там пару раз порисовала, и все. А сейчас прям такая, думаю, надо, нравится. Пока рисуем. Пока рисуется, рисуем. И в больших объемах. Такие базовые, типа под кожу цвет. Белый, очень расходный, поэтому сразу в больших надо его брать. А из вот этих всех у меня самый расходный, думаю, видно, да? Фиолетовый. Он почти закончился. Ну и синий тоже. Часто используются. Они вот так вот фигово закручены, потому что они внутри сохнут. Их по-хорошему нужно все раскрутить, почистить. Ну, это я вот как раз несколько лет назад особо не следила за этим. Было все равно. Сейчас хочется, чтобы все-таки поаккуратней все это было. Вроде закончила. Мне всегда сложно заканчивать, потому что получается не так, как хотелось бы. И всегда как будто не хватает там тени или еще что-то. И я иногда не понимаю, что, а иногда просто не получается. Но мне нравится, как смотрится в целом. Да.
Глаза думаю оставить черными. Ну, интересно, что думаете? Вчера была в фикс-прайсе, хотела посмотреть какие-нибудь красивые рамки для картин. Мне нужно такие под винтаж, какие-нибудь загогулинки, барельеф, что-нибудь такое. И какие-нибудь статуэтки, просто для фона, чтобы было красиво на фотографиях с картинами. Ничего мне там не понравилось. Сейчас иду в такой хозяйственный магазин, там много всего, и вазы. Думаю, рамки тоже есть, сад-огород. Все это там. Тут большой магазин, много рядов. Я нашла рамки. Я уже тут покопалась, посмотрела. Их мало. Самые большие, я так понимаю, такой формат. Они вообще никакущие. То, что мне более-менее понравилось, вот это. Она маленькая. Очень маленькая. Рамки мы сегодня здесь не найдем. Вазы только такие. Две штуки. Тут у нас посуда, стаканы. Мисочки. Ничего, я думала, что я что-нибудь сегодня найду. Но, значит, будем искать в других местах. Следующая остановка у нас фикс прайс. Я обычно хожу в другой. В этом еще не была, но мне тот не нравится. Вазы, ну, громадная, тяжелая. 400 рублей. Нам бы что-нибудь... Так, о, артишок. Прикольный. Это просто статуэтка. Хороший. 116 рублей, вообще супер. Ангелок. Как-то лицо на себя загораживает клейкой. Ну, тоже вариант, да? Лошадка, мы не котируем такое. Рамки. Тут же, в этом же отделе лежали. Вот мне бы что-то наподобие вот такой, но белую. И то это выглядит как-то не очень. Но это лучшее, что тут есть. Большая деревянная. Опять же, мне темную не надо. Мне нужно светлое. Серебряная. Тоже дешево как-то выглядит. Но в целом лучше серебряную, чем темную. Думаю взять контейнер какой-нибудь под краски, потому что у меня они там плохо лежат. У них, конечно, есть такая, в которой они продавались, коробочка, но мне не очень удобно. Думаю, надо взять с крышкой. Этот поменьше. Этот побольше, но, наверное, сильно большой. Возьму этот синий. А еще я, кстати, подумала, что под палитру, наверное, можно использовать такие доски. Это и дешевле выйдет, все равно это пластик. А палитра, они, ну, тоже пластиковые. Мне кажется, подойдет. Возьму. Взяла доску светлую, потому что... Вообще, лучше белую, да, чтобы краски мешать, лучше был цвет понятен, на голубой вообще будет замес. И артишок беру. Вышло солнце, но все равно сегодня очень холодно. Ветер, у меня лицо моментально замерзает. Красное 24/7, хоть холодно, хоть жарко. Кошка Ника всем передает привет. Фикс-прайсовская закупка вышла на 300 рублей. Нормально. Сейчас все протру влажными салфетками. Ну, хороший. Посмотрите, вот так вот на фон поставить, да? Рядом. Ну, хорошо же. Хорошо.
Я хочу еще сделать венок из веток. Скорее всего, их надо будет собирать на даче, когда мы поедем на дачу, пока неизвестно. А мать в городе, не знаю. Их надо будет распарить, как бы собрать в круг и перевязать нитками. Не нитками, а такой веревочкой. Тоже еще взяла подставку. Либо я куда-нибудь ее применю, типа под воду. Либо до горячего буду использовать как по назначению. Угу. У меня, конечно, настроение меняется каждые 5 минут. Сегодня я рисую картины, завтра я вяжу, послезавтра я леплю тарелочки. И я ничего с этим не могу сделать. Я понимаю, что... Ну и что? Но я такая, да? Сейчас настроение художественное у меня. Я профессиональный футболист. Я экономический факультет заканчивал. Вы имеете дело с фотографом советским. Я хороший спортсмен по многим видам спорта. Я параллельно заканчивал школу лекторов. Хорошо играли на баяне. Да, я играл неплохо на баяне. В целом я понимаю, что Авито это как будто бы не та площадка, где стоит что-то продавать. Но вариантов, знаете, немного. Вот я изучала Etsy и eBay. Ну, все. Ты там сейчас не продашь с России. Еще есть Пинкой. Это, по-моему, что-то вот азиатско-китайское. И Inspiral Uplift. Это американское. И проблема в том, что кошельки ты не сможешь подключить и как-то вывести деньги. Основные — это PayPal. Там, я насколько знаю, нужно быть как бы, да, не в России и иметь там то ли визу, то ли вот жить где-то, чтобы тебе одобрили этот кошелек. И еще есть Payoneer. С ним легче, но, опять же, из России ты его не сделаешь. Авито, мне кажется, там можно продавать что-то по типу интерьерных картин, какие-нибудь там красивые мазки или цветы в подтале. А вот что-то более такое другое, или, например, натюрморт, мне кажется, не очень такое там продается. Конечно, есть какие-то русские площадки, на которых можно продавать по типу мастерская лавка, лавка художника. Не помню, как правильно называется, но мне почему-то такое не нравится. Мне не хочется там регистрироваться и размещать, тем более на многих есть то, что только платное, да, размещение, и не факт, что что-то пойдет. Основная проблема в России, ну, в плане продажи в России, люди такое не ценят, им нужно либо что-то подешевле, либо, я не знаю, чтобы кто-то известный это написал, и особые ценители это купят. А просто от каких-то людей, тем более за большие деньги, ну, нет. Поэтому за рубежом продается все это намного лучше. Какая-нибудь японская бабушка намного больше ценит, да, такие картины, чем какой-нибудь русский человек, который посмотрит, посмеется над ценой, скажет, что это вообще, и, например, какая-нибудь абстракция, и он такое не поймет. Буду сейчас покрывать лаком картину. Лак акриловый матовый. Кисточку я, видимо, плохо промыла. В тот раз она была жесткая, но я подержала ее под водой теплой. Нормально. Сейчас, в этот раз просто получше промою. Постелила пленку вокруг, чтобы, естественно, ничего не запачкать. Наливаем. И распределяю равномерно. Мне, кстати, понравилось покрывать лаком. Приятное занятие. Единственное, я не нарисовала... Ну, на том референсе, с которого я рисовала, там был еще нимб в верхней части. Я его не сделала, но, думаю, не страшно. Все равномерно. Я оставлю в комнате, наверное, где-то на час высыхать.
Потом приду, открою окно и с открытым окном, потому что лак пахнет. Я закрываю дверь в комнату, ухожу в другую. Вот так. Все. Покрыли. Новый день. Я только недавно проснулась. Угу. У нас сегодня мороженое. Первый раз буду есть данное. Монтера, кленовый сироп и грецкий орех. Картину с коровами я вчера отнесла. У нас багетная мастерская есть недалеко от дома. И меня чуть не надурили на 150 рублей. Извините меня. Я выбрала рамку. И там работала такая бабушка. Она мне что-то какие-то вопросы задавала. Ну, думаю, ладно. Поотвечала. Порассказывала. И в конце, когда уже оплата, кстати, мороженое вкусное. До орехов пока не дошла, но новый сироп есть. Когда дело дошло до оплаты, я ей отдала 1000. Она мне должна была сдать сдачу 150 рублей. Она такая, есть 4 рубля, чтобы, типа, удобнее было сдать сдачу. Я говорю, есть, дала 4 рубля, и все. Я говорю, а вы мне не дали сдачу. Она говорит, дала. Я говорю, не дали. Открыла кошелек. А у меня там уже были 150 рублей, но это мои 150. Она подумала, видимо, что она мне все-таки их отдала. Я говорю, у вас есть камера, давайте посмотрим. Она говорит, камер нет. Я говорю, что делать будем? Говорит, ну я вечером посчитаю. Если вдруг будет лишний номер твоего телефона, у меня есть, я тебе позвоню. По итогу она мне все-таки позвонила, извинилась. Сказала, что я права. Вот сегодня надо сходить забрать 150 рублей. Типа, не за 150 рублей жалко, а потому что мне могли просто не вернуть деньги, которые мне должны были вернуть. Сделала заказ на Wildberries. Мини-распаковка с Wildberries. Первая — это фиолетовая акриловая краска, так как, мы помним, моя закончилась. Синяя тоже. Угу, сюда же. Дальше. Подталь. Тут 20 листочков. Сейчас посмотрим. В отзывах писали, что нормальная. Опа. 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 Очень тонкая, так что аккуратно надо. Клей, собственно, для подтали. Угу. Я, кстати, заказала масляные краски на Авито. Сначала я списывалась с одним продавцом. У ней был большой объем, 46 мл. Она продавала по 120 рублей. Это в два раза дешевле, чем в магазине. Она мне не отвечала дней 5, потом ответила, что у нее там их осталось мало, а мне нужно было набор. Поэтому я заказала у другого продавца. Они маленькие, 10 мл. Но я подумала, ладно, порисую, посмотрю, как мне будет, понравится, нет. И уже когда закончится, потом опять найду кого-нибудь подешевле и закажу. У нее набор получается 10 мл, 12 штук. И в подарок две упаковки пастели масляной. Буду ли я пользоваться пастелью? Наверное, нет, но попробую. Меня пастель не очень привлекает. Но все равно приятно, да? Может, где-нибудь и пригодится. И еще у меня последняя — это кисточка веерная. Она большая. Меньше я не нашла. Вот эта вот по отзывам была очень хорошая. Щетина жесткая. Ну, вообще, я думала, она еще будет длиннее, поэтому сойдет. Такая распаковка. Думала уже недавно купить, съездить акриловые, не акриловые, масляные краски. Ни разу ими не работала, но я думаю, что мне понравится, потому что меня немного бесит в акриле
то, что он очень быстро засыхает, буквально за там несколько минут. И для меня это не очень как будто бы удобно. А с маслом ты можешь работать, нарисовать, завтра что-то подправить, через несколько дней что-то подправить. Верхний слой масла сохнет неделю примерно. А полностью картина высыхает до полугода. Такие дела. Мороженое лайк.